Здравствуйте! Мы собрали 4 видеокамеры с разрешениями 480, 540, 600 и 700 телевизионных линий, чтобы продемонстрировать разницу в разрешении получаемой записи. Причем оцифровываем мы с одинаковым разрешением 704 на 576 точек и используем одинаковые параметры сжатия, максимальное качество и постоянный битрейт. Входим по всем 4 камерам в архив. Увеличиваем вертикальный клин примерно в 4-5 раз на каждой камере с помощью цифрового зума так, чтобы четко была видна разница. Ракурс изображения и степень увеличения у нас одинаковы. Вспоминая о том, что при оцифровке мы теряем некоторое разрешение, коэффициент преобразования примерно 7,8, мы видим, что другие камеры с разрешением 600 телевизионных линий и ниже выдают более низкое качество картинки, чем камера с матрицей 960H и процессором EFIO. Значит, даже используя разрешение записи в 704 точки по горизонтали с помощью видеокамер с матрицей 960H и процессорами, способными обрабатывать такое разрешение, например, Sony EFIO, мы можем получать более высокое качество записи, чем при использовании камер с разрешением 600 телевизионных линий и ниже, при минимальных различиях в цене. Спасибо за внимание!